Друзья, всем привет! Хочу вам показать квартиру, которую мы сняли в Москве. Апартаменты, так называемые. В принципе, это обычная квартирёшка с таким старым паркетом. И ремонт здесь такой, сделан только исключительно для того, чтобы сюда кого-нибудь можно было завести. Это двухкомнатная квартира. Здесь очень классный вид, сейчас я вам покажу из окна. Но состояние у нее такое весьма среднее. Вы знаете, я вам скажу, что это одна из таких нормальных квартир, потому что не все квартиры, которые мы снимали, особенно в Питере и в Казани, нам не очень понравилось. Я вам расскажу потом, почему. А вот теперь покажу вам вид из окна немножко. Вид очень классный, вплоть до того, что видно Кремль. Сейчас покажу, вон он. Опа-на! Вон, видите, Кремль. Короче, квартира обошлась мне 4400 в сутки. И находится она на Новом Арбате. Новый Арбат. Вот такие высоточки, видите, спереди, которая высоточка стоит. Вот такая же точная у нас старенькая, но очень высокая. 21 этаж. А внизу вот как раз Новый Арбат. Куча всяких кафешек. Очень зачастую дорогих и вкусных, но очень дорогих. В принципе, здесь минут 5 ходьбы вот направо, если пойти, и будет Садовое кольцо. До самого Кремля можно дойти, ну, где-то за полчаса, в принципе, можно дойти до Кремля и до самого центра Москвы. А вот слева видно Останкинскую телебашню. И видно высотки, вот эти известные, знаменитые высотки Москвы. Ну, в общем, вид классный на самом деле. А вечером все это очень горит такими огнями. Здесь реклама транслируется на вот эти здоровые дома, дома-книжки. Я вам ее вечером обязательно покажу. Вот вторая комната. Здесь кровать. Тут чуть-чуть мы прибрались, конечно, как могли. Стол. Ну и, в принципе, шкаф есть. Достаточно просторно, на самом деле, после того, что нам досталось в Питере. В Питере вообще жизнь была. В Питере на нас на четверых было где-то, ну, квадратных метров, наверное, 15. Ванна, в принципе, вполне приличная. Мы вот хоть повалялись в ванне, в ванной искупались. Ну, туалет тоже в порядке. А вот кухня. Кухня без штор. Но я ничуть не жалею, поверьте, ребята, об этом. Кухня тоже нормальная. Все, что нужно для жизни, есть. Большой холодильник. Вот, ну, ценник такой, конечно, высокий, что говорить. Мы здесь на 7 дней, поэтому так, со скрипом пошли на это. В Питере, конечно, у нас было подешевле. 3 800 у нас стоили сутки. Но я уже был бы готов переплатить, потому что там вообще беда была с некоторыми вопросами. И вот такой красивый Арбат. Конечно, Москва очень, ну, такой город, по-разному он встречает приезжих. Здесь нужно уметь жить, чтобы не попадать вот в эти ловушки туристические, которые везде расставлены, и не потратить кучу денег. Буду продолжать снимать, буду показывать вам парки, интересные места. Всем, кому понравилось, ставьте лайк. Всем пока.